Новую камеру видеофиксации нарушения правил дорожного движения установили в Южном. Она появилась на наиболее оживленном участке уличной дорожной сети Твери на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Псковская. На Октябрьском проспекте поток машин почти не прекращается круглосуточно. С одной стороны выезд на трассу М-10, а с другой жилые дома и гипермаркет. Теперь за нарушителями будет следить камера, которая будет фиксировать превышение скорости, выезд на стоп-линию, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил движения по полосам, а также выявлять водителей, которые не пристегиваются ремнями безопасности. Отметим, что всего на территории дорог Тверской области установлено более 50 комплексов автоматизированной фото- и видеофиксации, которые регулируют нарушение правил дорожного движения. Из них 21 выявляет водителей и пассажиров, которые игнорируют ремни безопасности.